Итак, внимание. За неделю до уникального музыкального события мировой премьеры в студии «Настроение» звучит фрагмент рок-оперы «Парфюмер». Поют Юлия Михальчик и Игорь Демарин. Средь ароматов ночи на счастье или беду мне снится я цветочек в неведомом саду. Браво! Спасибо вам большое. Мы желаем вам успехов и полных залов. А я напомню, у нас в гостях была Юлия Михальчик, Валерия Еременко и Игорь Демарин. А мы с вами встретимся после рекламы. Оставайтесь с настроением.